горы были под нами, 3000 и 3 даже. Все было замечательно. Спасибо. Еще вопрос. И создание такого вертолета, это только, во-первых, наши связи улучшит в плане дружбы, сотрудничества, экономического сотрудничества. Во-вторых, я не сомневаюсь, с учетом китайских инженеров, наших инженеров, российских, я не сомневаюсь, будет создан вертолет лучший в мире. Может быть, даже лучше, чем этот вертолет. Я не сомневаюсь в этом, потому что такие технологии, и в Китае уже такие технологии развиты. У нас налажено производство, есть опыт какой-то. И вот если это все вместе соединить, то может получиться замечательная машина.